Игорь Александрович, завтрашний матч. В этом матче за 6 очков будут встречаться соседи по турнирной таблице. Ну, больше трех не дают, поэтому за 6, за 3, какая разница. Вот, естественно, приехали и готовились к матчу, и как бы желание есть и серию продолжать там, и бороться за высокие места. Вот, ну, соответственно, Балтика хорошая квалифицированная команда, думаю, что они находятся не на своем месте. Вот, но опять же, нас это не должно пугать. Мы тоже добавляем, мы тоже улучшаем свою игру. И ребята, самое важное, что приняли, скажем так, приняли в себе вот это чувство победителя. И в каждой игре желают этого делать. Вы дважды встречались с Торпедой Игнашевича и дважды встречались с Балтикой Калешина. В чем видите фундаментальные отличия от футболе, который прививают они своим командам? Ну, есть отличия, как бы. Балтика сейчас перестроилась на трех защитников центральных, поэтому это уже смена схемы, смена требований, скорее всего, тоже произошла. Опять же, знаю, Калешин ставил акцент на контроле мяча, на владении, то есть позиционные атаки. Это его видение, как бы, и у него, ну, он строил, скажем так, команду. Вот. По поводу Торпеда, когда был Игнашевич Торпеда, ну, там чуть другой футбол. Они более быстрее переходили в атаку, то есть не пытались там контролировать мяч, как Балтика, допустим, Калешина. Вот. Но тоже команда квалифицированная, обладает квалифицированными игроками, тоже контролирует, где возможно, где соперник дает. Вот. Но более, скажем так, акцентированно играют в атаку, за спину сопернику, и это прослеживается. То есть сейчас более прямолинейный футбол какой-то Балтика показывает? Ну, это как бы, не сказал бы, что прямолинейный. Вот. Есть соперник. Я думаю, что они тоже подготовятся к матчам и на чем-то ставят акцент. Я думаю, что очень важен для них результат, как для всех, в принципе. Вот. Но я знаю, просто задачи Балтики, они были, скажем так, с прицелом, может быть, бороться за выход. Вот. Поэтому я думаю, что они хотят. Они хотят, и в первую очередь результат, мне кажется, давлеет сегодня. Балтика перед завтрашним матчем не досчитается Бриско, Кашчелана, Гилояна, Остоича. Видите ли вы в этом какое-то преимущество для Акрона, и на кого сами завтра не сможете рассчитывать? Преимущество, возможно, да, возможно, нет. Кашчелан, скажем, лидер, может быть. Но, опять же, есть ребята, которые захотят проявить себя. Нам без разницы. Вот. У нас тоже, соответственно, есть потери, и несколько человек травмированы, кто-то по карточкам пропускает, поэтому футбольная, скажем так, жизнь. В ФНЛ много матчей обычно, есть тройники, разные по качеству поля. Команде легче перейти с натурального газона на искусственный, либо наоборот, и вообще как оцените сейчас состояние газона в Калининграде в это время года? Ну, тут, мне кажется, сугубо индивидуально у каждого. Кому-то легче играть на натуральном, кому-то на искусственном. Конечно, приятнее на натуральном играть, причем на таких стадионах. Вот. Само желание должно, мне кажется, перехлестывать. Переходы, ну, по мне легче переходить с натурального на искусственное, как по мне. Вот. Но, опять же, играют футболисты, поэтому все, скажем так, в равных условиях. Мы там ездим к командам на натуральное, они приезжают к нам на искусственное, поэтому не ставил бы акцент на это. Осталось 4 матча до зимней паузы. Соперники все очень серьезные, все, кроме того, часть турнирной таблицы. Хорошо, что команда принимает последние 3 матча дома. Да, это хорошо, конечно, безусловно. Но, как известно, мы поменялись с Томи кругами, потому как уже в эту пору там погодные условия холодные, поэтому пошли друг другу навстречу. Вот. А для нас, да, это хорошо, что мы последние 3 матча играем дома.